Помогает ли особая форма одежды, покроя, материала гармонизироваться и лучше резонировать с окружающей местностью? И если, например, у меня есть какой-то внутренний позыв сшить себе саму эту одежду и носить ее, мне это приятно. Поможет ли мне это лучше резонировать с пространством? Он говорит, что одежда – это целая система общения с окружающим миром. И через одежду можно общаться и с духами природы, и можно настраиваться на какие-то ритмы Бога, можно включаться в определенные ритмы космоса, особенно если эта одежда сделана правильно. К сожалению, сейчас одежда для вас становится развлечением, а не причиной самовыражения и связи с Богом. Все, что делает человек – это проявление его самореализации, включение в совершенные потоки, в совершенное знание, которое может приходить человек. Как только уходит понятие причины, цели и формы, ходит на первое место, идет тот или иной процесс разрушения. Человек, который связан с Богом, он будет выдавать ту форму, которая реализует идею Бога. Тут для индивидуальности очень широкий спектр для развития. Национальная одежда несла часть тех знаний, которые были переданы и были наработаны, которые были усовершенствованы и которые позволяли эту связь с окружающим миром восстановить. Любая национальная одежда, правило, он говорит, среди основных народов, он не имеет в виду примитивно. Это способ более гармонично встроиться в окружающий мир. Он говорит, за исключением тех случаев, когда племя убивает животное, одевает его шкуру. Это животный символ, включение в животный цикл. В остальном, когда вы делаете одежду, которая встраивает вас в структуру мироздания более гармонично, вы помогаете себе в развитии. То есть вы включаетесь в тот ритм, который может быть по тем или иным причинам там той или иной территории либо отключен, либо практически уничтожен. Национальная одежда, она изначально шилась по этим признакам. И мастерство изготовления одежды – это своего рода магия. То есть своего рода включение в специальные ритмы. Вот ваша современная городская одежда в большей степени – это безобразие. Я даже не говорю про химическую одежду, я говорю про то, что вы делаете из одежды, ну, что-то вроде упаковки, как вот упаковка для еды. Вы же ведь не еда, вы же живая божественная сущность. То есть ваша одежда не отражает вашу божественную природу, а выражает вас как упаковку чего-то. Иногда эта упаковка рекламирует какое-то отдельное использование внутреннего содержания. Например, девушка одевает короткую юбку каких-то ярких цветов. Это означает того, что содержание хочет притянуть себе определенных сексуальной энергии. То есть выражение божественной природы, она фактически не присутствует. То, что люди шьют в городе, это по большому счету безобразие. И какие-то способности дизайнеров улучшать то, что есть в какую-то более красивую форму, практически ничего не меняет. То есть способности многих дизайнеров, которые пришли им от Бога, они идут не в нужном направлении. То есть форма становится причиной, а не является целью изменить свою структуру к лучшему. Одежда – это получается как упаковка для эго, а не как структурная конструкция, помогающая развить способности и качество души. Он говорит, что совершенная одежда, она шьется под каждого человека индивидуально. И это зависит от многих вещей, включая его психический статус, духовный статус, социальный статус, семейный статус, традиционный статус. То есть все, что есть в человеке, должно выражаться в его одежде. Уже не говоря о том, что одежда выражает его принадлежность к традиции и принадлежность к какой-то духовной линии, которая отображает какие-то сокровенные замыслы Бога. То есть в родовых традициях вашей культуре эти вещи, они были доведены до правильно разумной логической формы, которая работала в достаточном резонансе. И одежда это было не просто то, что можно было развлечение одеть либо сбросить, а это было частью мировоззрения человека. Он говорит, сейчас в большей степени одежда отвечает за эмоциональный настрой человека. И это отражает лишь ничтожную часть человеческого существа. Он говорит, вы то, что вы вокруг себя создаете. Если вы создаете себе одежду, которая не соответствует вибрациям вашей души, то вы блокируете те некоторые вещи, которые у вас есть и которые могли бы развиваться. Он принципиально не против того, чтобы ты шила самскую одежду и как-то участвовал в самской культуре, поскольку часть знаний, которые есть в их одежде, они отображают эти знания. Но у самов этих знаний меньше, чем у коренных народов России. Самое это маленькое отделение, которое взяло часть знаний. Хотя, говорит, какую-то часть знаний не лучше сохранили, чем ваши национальные одежды, которые сейчас шьются и как-то используются в городских условиях. То есть люди, живущие в городе, фактически забыли эту традицию. И сейчас, говорит, применяется даже не сама традиция, а применяется форма этой традиции. То, что 100 лет назад носили в городе, в большей степени отражало не саму традицию, а фон. Вот, допустим, я шью для себя платье. Оно достаточно целомудренное. Но в нем я выгляжу, скажем так, привлекательно. И ходя вот в таком наряде по городу, я же привлекаю к себе внимание все равно мужчин. Но и в чадрях тоже ходить не хочу. Как вот найти гармонию?
Он говорит, что в ваших славянских родовых традициях одежда жилась так, что она несла всю ту функцию, которую одежда должна была выполнить, в том числе и принести ту информацию мужчине, которая ему необходима, и не только непосредственному потенциальному партнеру, но и всем остальным, чтобы донести до него ту информацию о женщине, которую ему нужно получить. То есть у вас одежда шилась, в принципе, раньше правильно, он говорит, ну там сколько-то сотен лет назад. Кое-где есть места, где это все еще сохранилось в значимой степени. Он хочет сказать, что челма – это крайность. Городская одежда – это тоже своего рода крайность, но у всякой крайности есть разные формы выражения. Есть возможность спрятаться от окружающего мира, есть возможность дезинформировать окружающий мир. Это вроде как ниндзя одевает себе черную одежду, и чтобы спрятать свою индивидуальность, свое индивидуальное проявление своих намерений. Есть разные крайности. Ваша одежда шилась достаточно хорошо, чтобы вы от жизни получали все то, что должны были получать. Единственное то, что вы сейчас можете сделать, это вы можете адаптировать вашу традицию к тому миру, в котором вы живете. Вы живете в грязном городе, вам накидку сверху можно делать, например, темных цветов. Какую-нибудь темно-синюю, темно-красную. Ну, чтобы падающая грязь не делала вас неряхой. Но принципы шитья, использования, делания одежды должны сохраняться. Если у тебя все в порядке с твоими полевыми оболочками, с твоей энергией, с твоим намерением, твоя энергии выполнить всю ту работу, которая необходима, чтобы окружающие правильно тебя воспринимали. Если ты правильно сделал свою одежду, исходя из традиций рода, то ты добьешься большего, создав внешний фон, чем входя в самой модной одежде. Обычно ваша модная одежда – это показатель того, что ты респектабельный, либо то, что ты имеешь какое-то сексуальное предпочтение, сексуальное желание. Древняя одежда показывала то, кем человек является, какой у него статус, и балансировала и усиливала те аспекты, которые нужны человеку для жизни. Можно несколько адаптировать старую традицию для интересов города, потому что в каждом месте шилась одежда под интересы именно того места, в котором человек жил. Если место было очень холодное, то одежда адаптировалась под эти интересы. Если было очень жарко, то под те интересы. Если место, где было очень сыро, то одежда учитывала этот интерес. Если было опасное место, то люди, например, вышивали вещи, которые усиливали их защиту. Поэтому, попадая в город, ты добавляешь в одежду то, что помогает тебе жить в городе. Это может касаться и цвета, и определенной символики, и способов, и покроя, и материала. Но нужно максимально уходить от искусственных тканей, которые блокируют естественные качества, способности человеческого существа, которые даны ему природой, даны Богом. Он говорит, есть такое понятие, некая золотая середина, основанная на принципах традиции. Он говорит, как всякий маг, когда он создает вещь под интересы той ситуации, в которой она будет оказываться. Нельзя копировать то, что тебе кто-то навязывает, и нельзя, он говорит, упрямо повторять ту форму, которая была дана как штамп. Потому что в каждой ситуации должно быть изменение формы. Вы учитесь не только через повторение каких-то правил, но через умение эти правила использовать в той ситуации, в которую вы попадаете. Он говорит, что хорошо на воде, то неприемлемо на земле. Что хорошо на земле, то неприемлемо в воздухе. Но общий принцип, он все равно есть. И про него нужно всегда помнить и всегда его придерживаться. Влияет ли длина юбки на здоровье и энергетику женщины? Почему раньше женщины носили свободную и длинную одежду? Если это помогает впитыванию энергии Земли, то стоит ли носить длинные юбки в пол в городе? Он говорит, что, во-первых, не везде от земли идет та энергия, которую стоит впитывать. Но длинная юбка является защитой от эмоциональной реакции извне, во-первых. Во-вторых, она лучше структуризует поток, который идет от земли. Во-вторых, она защищает и на физическом плане, что также важно. Он говорит, что есть та структура, которая связана с женской сексуальностью. Чем юбка выше, тем вы ярче проявляете свою сексуальность. При ярком проявлении сексуальности через одежду ты подаешь сигнал окружающим, что ты заинтересован в сексуальном общении. И под это будет притягиваться не только те, кто ты хочешь, но и те, кто от этих сексуальных энергий зависим. То есть зависим от самого факта получения этой энергии, а не основан на понимании, как им пользоваться. Он говорит, что можно делать длинные юбки так, чтобы они не мешали ходить, чтобы были удобными, теплыми и даже защищали от солнца. Но он говорит, что в принципе, как структура, юбка должна быть серьезно ниже колена. Он говорит, что бывают ситуации, когда под юбку можно одеть, например, брюки или что-то наподобие брюк. Если это требует ситуации, тогда, говорит, юбка может быть короче. То есть нужно эти вещи варьировать. Не забывай, что живешь в городе, и в городе есть определенные ситуации. Если ты идешь по грязи, и эта грязь может попасть под юбку, то тебе стоит одеть какие-то специальные штаны под это. В этом нет ничего плохого. Так это вопрос просто вентиляции и вопрос адекватности. Он говорит, что можно и штаны выполнить правильно, чтобы они соответствовали ситуации. Что в городе есть своя индивидуальная ситуация. А вы живете в техногенном городе и ходите по техногенным зонам, то нужно защищаться. Просто купол юбки тебя может не защитить. И если ты идешь по грязному месту, то одень
очень штаны, и не нужно говорит, заходить в крайности. Просто эти штаны тоже будут выполнены правильно. Он говорит, что тогда, когда женщина шла на войну, она не носила юбки, она одевала штаны. И никто ее не осуждал. Когда женщина занималась целительством, она могла одевать ту одежду, которую ей нужно было для целительства. И никто ее не осуждал. Когда женщина выполняла специфическую работу, она имела право одевать специфическую одежду. Он говорит, что длинная юбка – это просто классическая форма, которая помогает в большей части случаев. Но в каждой ситуации можно это все подгонять под конкретную задачу. Он говорит, что можно сделать, например, юбку с закрытым разрезом, ну, при правильной символике. Можно символику с юбки частично, либо полностью переносить на штаны. Можно одевать какую-то дополнительную одежду, которая создает фон, либо качество юбки, например, какие-то платки. Он говорит, что есть ситуация и есть правила, и нужно правила подгонять под ситуацию. Он говорит, что если ты выполняешь определенную работу, например, ты работаешь в грязи, то лучше надень штаны, и не нужно так упираться в купольную систему юбки, потому что символику можно поместить и на штаны, правильно сделаны, а вокруг штанов создать какую-то купольную форму, чтобы она, например, не демонстрировала какую-то твою сексуальность, чтобы она не привлекала те энергии, которые тебе не нужны, если ты этого не хочешь. Он говорит, что есть знание и есть разумность. Знание дано для того, чтобы человек правильно понимал, как выполняется то или иное действие, а разумность позволяет подгонять это знание под конкретную ситуацию. Тотальное знание – это только знание того, что все, что присутствует, присутствует для того, чтобы тебя к чему-то обучать и соизмеряя свою разумность и знание, потому что то или иное знание, оно при каждой отдельной ситуации может выражаться тем или иным своим углом. Говорит, что в одной книге написать все случаи, как нужно действовать во всех ситуациях, практически невозможно. И поэтому дается правильное понимание общения в социуме и основные правила. А в каждой конкретной ситуации ты ее решаешь для себя индивидуально. Вот это и есть разумность. То, к чему человек должен идти в высшем смысле слова. Почему раньше одежда, можно даже сказать, просто простых крестьян была намного свободнее и шире, чем современная? И влияет ли узкость, скажем, рукавов или штанин на потоки энергии? Он говорит, что больше влияет состав ткани, то, кем она была сделана, символика, которая на нем присутствует, чем сама ширина. Но он говорит, что энергия, она идет на самом деле и сквозь материал, и вокруг материала, и из-за того, как сделан материал. В большей степени это вопрос удобства и вопрос практичности. Если ты работаешь, и на тебе надета юбка, в узкой юбке тебе просто работать будет тяжело. Если юбка это совсем маленькая, то ты с помощью этой юбки подчеркиваешь свои женские принадлежности и вызываешь ту реакцию, которую вот вызываешь. Практичнее всегда всегда вещи, которые широкие. Их и легче ремонтировать, и они дают больше подвижности. Вот есть какая-то разумная золотая середина. Слишком много ткани – это, говорит, тяжелая одежда, которую тяжело носить. Слишком мало ткани – это одежда, которая не выполнит всех функций, например, которые связаны с защитой. Одежда должна быть такая, чтобы было достаточно вентиляции и достаточно тепла. Это вопрос практический. А современную одежду шьют из интересов подчеркивания стиля, моды, амбиций человека. Узко сшитая одежда – это специфическая одежда, которая шьется для каких-то специфических целей, например, для военных целей, там, где необходима повышенная подвижность и наименьший вес. В остальном, городская одежда – это, в принципе, деградация вкуса человека и его понимания назначения и технологии использования одежды как элемента человеческой жизни.